Первым российским турниром в этом спортивном сезоне станет Кубок России в дисциплине «Микст». В соревнованиях примут участие сильнейшие команды страны из 4 регионов России. Это традиционно сильные в кёрлинге Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а также две команды из Краснодарского края. Здесь у нас и открыта и школа детская, и много разных соревнований проходит. То есть детей очень много, они приходят, тренируются, девочки, мальчики разного возраста, то есть... И когда взрослые играют, они смотрят на трибунах, болеют, чему-то тоже учатся со стороны. То есть развивается очень быстро. По регламенту турнира команды, участвующие в Кубке России, делятся на 3 подгруппы, по 6 команд в каждой. Далее команды играют в подгруппах по круговой системе. В плей-офф проходят 8 команд, которые сыграют по олимпийской системе. Четвертьфиналы, полуфиналы, финальный матч и матч за 3-е место. Поскольку это кубок, здесь просто играют сильнейшие. И в то же самое время здесь играет та команда, которая будет представлять Россию на чемпионате мира в сентябре. Поэтому это дополнительный шанс для нее потренироваться и шанс для других команд померить силами сильнейшей команды России. Сегодня у команд прошла официальная тренировка, а уже завтра состоится торжественное открытие и начнется первый тур соревнований. Финальные игры пройдут в это воскресенье 30 августа. Тогда же станет известно имя команды-обладателя Кубка России. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.